Сегодня у нас 12-е, да, сегодня? 12 июня, московское время, 12:20. Мы приехали в подмосковный город Истра. Здесь вот речка у нас. Сейчас будет сплав. Еще 5 раз. Локтарогар. Так, ну что, господа, время 12:29, стартуем. Где там заход? Засекает, через сколько пойдет. У нас дождик нахлынет. Да. Ты, Карик, ты готов? Ты взял дождевик? Ты взял? Нет. Ну что, покажешь класс? Как пороги преодолевать. Токар, нет, ты со мной. Ко мне. Эй, Токар, ко мне. Залазь, Тём. Давай, 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 давай. Назад, вперед. Приехал, развалился. Кто? Да нет, ну прикольно, само. Мы решили демона выпустить. Потому что у него началась шиза. Какого демона? Да это вроде это успокоился. Комары кровь дурную выпили. Так, у нас время 14:01. Пацаны говорят, ноги подтрясываются, надо перекусить. Дизель надо обслуживать. Чё ты дёргаешься?
Сейчас будет рецепт сербской лисковицы. Из того, что было. А было у нас мраморная говядина. Ой, жесть. Папи Санчес готовит. Короче, запорол я свой. Я думаю, что это такое, а это... А, вон. Угу. А сплавилось? Угу. Из-за фольги? Из-за сковородки. Все. Ай. Короче. Без бургеров. Тих-тих. Да смотри, сейчас обожгу. Сделал. Ну, короче, да, это самая дорогая плесковица, которую я делал. Пришлось джетом пожертвовать. Поставил на него сковородку, он расплавился. Но одно успели сделать. Ешь. Хорош. Так червячка знал. Ну, как говорится, поел, теперь надо отработать. 14:30, 40 минут, что ли, мы почивали? Кстати, очень не глубоко. Прям очень не глубоко. Ну тогда хорошо, идем, типа, в течение. Ну вот мне нравится, что течение есть какое-то. Сюда. Да не, не. Давай. Да. Да, вот, в руку. Глубину. Бля, тут, а, это что-то вверх трясется просто. Аккуратно, вот тут, Тём, коряк торчит, здоровая. Баня.
Да. Он дохлый лежит. Скалолаз ты мой. Опасно? Так, московское время у нас 16:09. Мы уже высадились, и я даже пригнал машину. Но на это про все ушло 15 минут, как оказалось. Чем маршрут... Однозначно рекомендуем. Да, шеф? Естественно. Вот. Сейчас чаепитие. И до дому. Давай, сохни тоже, а то будешь вонять тряпками в машине.